Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. По данным базы, 143 погибших в теракте в Москве. Многие люди задохнулись во время пожара. Сотни раненых. Полиция задержала подозреваемых, а в СМИ разослали методичку по освещению и упоминанию украинского следа. Путин обратился к народу спустя 20 часов. Версии произошедшего обсудим с нашими гостями. Обновляются списки погибших. Во вчерашнем теракте в концертном зале «Круг» и «Сити-холл» уже погибли более 130 человек. Владимир Путин обратился к россиянам буквально полтора часа назад, через почти 20 часов после теракта. Он объявил 24 марта днем траура и ожидаемо обвинил Украину в соучастии. Чуть ранее медиа писали о том, что пропагандистские СМИ получили методичку по освещению теракта. В ней просят подчеркивать украинский след. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Хочу напомнить, что сразу 7 стран в начале марта предупреждали Россию о готовящихся терактах. Но Путин скорее был настроен скептически. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Вы хорошо знаете об этом, сейчас не буду вдаваться в детали. Со мной на связи Руслан Левиев, расследователь, руководитель Conflict Intelligence Teams. Руслан, я вас приветствую. Здравствуйте. Почему российские спецслужбы не отреагировали на предупреждение американцев и британцев о возможном теракте в Москве? Я думаю, по большей части потому, что они больше заняты тем, чтобы рубить палки, как это называется на их жаргоне. То есть гоняться за такими, как я, то есть те, кто пишет в интернете неправильные вещи. Те, кто отправляет свои данные каким-нибудь там фейковым ботам РДК, какого-нибудь Легиона Свободы России, оказывается, что это бот, на самом деле, какого-нибудь там ФСБшника, и потом вламываются к ним в дома и для красивой картинки вяжут, типа, вот, украинские террористы, мы их повязали. Вот, поскольку они привлечены на это внимание, то они, конечно, пропускают мимо ушей, мимо глаз все и официальные предупреждения от западных спецслужб, воспринимают это как такой шантаж, угрозу, попытку дестабилизировать. И все там гинются данные о том, что действительно есть какие-то террористы на территории России. Все это не пропускать мимо ушей, потому что они об этом даже не заботятся. Скажите, а как относиться к версии, что за этим терактом стоит одна из ячеек ИГИЛ? Вполне правдоподобно звучит. И вообще, я просто как раз смотрел, следил вчера за терактом, как он развивался, как он происходил. А мне это очень много напоминает многие кадры, поскольку мы... начиная там с 15 по примерно где-то 18 год, очень много разных терактов расследовали, поскольку мы занимались исследованием сирийской войны, где Россия действовала. И там одним из противников для всех был ИГИЛ. Поэтому их теракты тоже отслеживали. И мне особенно это помнило ноябрь 2015 года, теракт в Франции, в Батаклан, театр, где тоже люди просто ворвались в театр и, не выдвигая никаких требований, не пытаясь взять кого-нибудь в заложники, просто начали всех подряд расстреливать. То же самое вот примерно и здесь. Более того, учитывая, что были предупреждения западных спецслужб и посольств западных 8 марта, то теракт неминуем. Я думаю, что как раз-таки они заметили по своим линиям где-нибудь там, может быть, на Ближнем Востоке или в других частях мира, о том, что вот идет переговоры между организаторами терактов и непосредственными исполнителями в России. И поэтому, собственно, они и предупредили своих, в первую очередь, граждан в России. Ну и, судя по всему, передавали данные по линии российских спецслужб тоже, о том, что вот теракт неминуем.
И сейчас, если делать так же за своими комментариями, сообщениями здесь, в Вашингтоне, от местной прессы и комментарии разных экспертов, потому что, конечно, все обратили на это внимание, то есть это там одна из главных новостей на сфере там, международной политики, международных новостей. И многие эксперты, которые там бывшие чиновники там Пентагона, бывшие там директор ЦРУ, кто давал комментарии в CNN, они все хором уверяют, что это очень похоже на ИГИЛ, на их почерк. И конкретно сейчас называется группировка ИГИЛ Хорасан, которая действует особенно активно в Афганистане. Есть у них там вроде как отдельные боевики в Пакистане и там в некоторых других странах. И более того, они уже закладывали бомбы в Афганистане, в Кабуле, около посольства России, поскольку последнее посольство России оставалось незакрытым. Все остальные уехали, когда Талибан пришел к власти, а Россия осталась. Поэтому ИГИЛ пыталась подорвать их. Ну, ИГИЛ считает вообще всех объектами для своих атак, в том числе и россиян, с которым они дружат с Талибаном, потому что они всех считают неверными. Они даже и с Талибаном тоже они воюют, эти игиловцы. Поэтому, по крайней мере, здесь среди западных экспертов все сходятся во мнении, что это было именно ИГИЛ Хорасан. Скажите, Руслан, наверняка вы видели кадры с задержанными. Вот о чем говорят эти картинки, где мы видим, как подозреваемых схватили по направлению, я так понимаю, к украинской границе. Вот эти картинки вам о чем-то говорят? Ну, во-первых, всегда нужно держать в уме, когда мы видим картинки уже, особенно в процессе вот таких вот допросов, нужно держать в уме, что человек находится под сильнейшим давлением от человека, который держит его под дулом автомата, грубо говоря. И этот человек может давать ему поправлять, скажем так, показания, что, говорить ему что-то не говорить, а что-то наоборот намекать, что типа, ну скажи, что типа в Украину, ну скажи, что в Украину, условно. Он может что-то подобное может делать. Поэтому нужно всегда это держать в голове, когда мы слушаем такие кадры допросов. Но пока что, в принципе, там из всех допросов, которые я посмотрел, подавляющее большинство ничего конкретного по поводу того, как это все было организовано, не говорят. Один человек говорит, что он там слушал какого-то там проповедника в Телеграме, и тот ему предложил 500 000 рублей за то, чтобы просто взять в руки оружие, ворваться в торговый центр и начать расстреливать всех подряд. Рассказывают о том, как они жили там под Москвой, там, на Дмитровском шоссе каком-то в отеле, и у них не было работы, они пытались стать таксистами, но у них там вроде бы как ничего не получилось. И вот поэтому типа от бедности они пошли на такое вот предложение взять деньги, чтобы поубивать людей. Это то, что вот они сообщают на данный момент по горячим следам. Но, как сказал, нужно очень скептически относиться к таким показаниям. Нужно гораздо больше массив данных, чтобы плюс-минус представить правильную общую картину событий. Скажите, Руслан, вы и ваша команда вообще занимаетесь расследованием этого теракта? Есть ли у вас какие-то предварительные данные или какие-то результаты? Мы, безусловно, и следим за этим, за всеми этими событиями, с прошедшим терактом и последующими новостями, появляющимися данными и прочим. Аккумулируем их, анализируем, поскольку мы такое уже делали не раз, в том числе и при упомянутом теракте в Батаклане. Мы тогда даже запускали тоже свой условный онлайн-формат, прямой эфир, и где все по горячим следам комментировали. Когда еще не было сообщений, когда еще не поймали этих подозреваемых, были только вот первые часы после теракта, мы обратили внимание тогда, что было как минимум 4 вооруженных лиц, у 3 из них как минимум было оружие. Для нас это уже сразу намекало на то, что это какое-то организованное действие, то есть это не какой-нибудь а-ля масс-шутинг, когда, допустим, кто-нибудь там сошел с ума и взял в руки оружие и пошел людей расстреливать. Что это явно не люди, которые, допустим, вернулись с войны и на почве синдрома ПТСР, посттравматического синдрома, тоже взяли за оружие и пошли людей расстреливать. Это было из-за количества людей и их организованного действия, это было очень как раз похоже на такой организованный теракт. При этом на тех видеозаписях, которые были по горячим следам, было непонятно там ни про национальность какие-нибудь, ни просто какой-то внешний вид. Просто видно было, что это мужчины там, среднего возраста, там худощавые, такого-то вот телосложения, такого-то примерно вот роста. То есть тоже выводы были какие-то делать предварительно довольно-таки сложно. Но и тогда, и сейчас мы всерьез пока что не рассматриваем версии какой-либо причастности либо Украины, либо ФСБ. Потому что никаких даже косвенных данных, указывающих на хоть какое-то либо причастие этих сторон, на данный момент нету.
И все-таки будут ли российские спецслужбы настаивать на версии, что за этим терактом стоят украинские спецслужбы с подачи Путина? Или это пока проба пера, чтобы посмотреть реакцию публики? Не знаю, будут ли вообще какие-то комментарии именно спецслужб, но именно комментаторы, там, не знаю, Захарова, Лавров, какие-нибудь пропагандисты медийные типа Соловьева, безусловно, да. Они будут говорить «Украина», причем над ними была какая-нибудь там США, которые изначально все это курировали. Конечно же, они будут пользоваться этим для пропаганды, тем более, что, как видите, в своем обращении Путин как бы дал, по сути, добро на это, дал на это зеленый свет, дал зеленый сигнал, что типа вот в Украине, со стороны Украины к ним был там подготовлен проход через государственную границу. То есть я думаю, все эти пропагандисты правильно поняли этот намек. И теперь они будут там каждый день нам рассказывать, что это все на самом деле нанято американскими службами. И что вообще, да, это, конечно, ИГИЛ, но эти ИГИЛ, они спонсируются американскими ЦРУ, и они там и в Сирии они спонсировались американскими ЦРУ. И вот сейчас ЦРУ пытается дестабилизировать ситуацию в России и наняла через ИГИЛ, наняла этих людей, чтобы они напали там на Крокус Сити Холл. Скорее всего, примерно вот такая вот будет пропаганда. Скажите, а что вам показалось странным в освещении этого терактора со стороны разных наблюдателей? Увидели ли вы что-то такое, что не сходится и не стыкуется? Со стороны властей, да, или в отражении СМИ? Mm-hmm. Ну, пока что, я думаю, единственная странность, которую я отметил, это та, которую отметили, пожалуй, все, потому что как происходил процесс задержания. То есть сначала сообщили, что машина с подозреваемыми была задержана около поселка Теплый в Брянской области. Это, по сути, на границе, ну, близко к границе трех государств – Беларуси, России и Украины. Там еще до той самой Стеллы три сестры, там еще, там, ну, не знаю, ну, наверное, может, километров 150 доехать до этой точки. Ну, в общем, близко к границе трех стран. Вот. А потом, это было примерно там в 9 утра по Москве, сообщили, что вот тогда вы остановили эту машину в телеграм-канал «База». А потом Александр Хинштейн, близкий к Росгвардии, сказал, что ее, на самом деле, машину остановили там, к юго-востоку от Брянска, поселок Харциск, по-моему, как-то так он называется, то там примерно в 200 километрах от этого поселка Теплый. То есть внезапно точка переместилась резко на восток. И, но при этом она тоже не то чтобы там прямо уж так близко к Украине, она все-таки скорее ближе в глубине России. Поэтому вот эти вот намеки на то, что они там были на границе с Украиной, они на данный момент мне, конечно, непонятны. То есть по тем точкам, которые называются, точкам географии, они все-таки не так уж близкие границы с Украиной. А вот максимально близкая граница – это поселок Теплый, но он там близкая граница всех трех стран – и Белоруссии, и России, и Украины. И скажите, а как этот теракт отразится на ситуации на фронте? Подозреваю, что особо никак, потому что, ну, то есть, если в контексте говорить то, что у меня вчера многие спрашивали, может быть, это такой повод для мобилизации, просто вспомните, какой был публично повод для первой волны мобилизации. Никакого. То есть никакого повода не называлось. То есть Шойгу в те дни отчитывался, что вот у нас потери составляют там примерно 5 тысяч человек, и поэтому давайте мобилизуем 300 тысяч человек. Вот такая вот у него была абсолютно странная логика. То есть мы для себя-то, конечно, знаем, понимаем, что причина была в том, что было харьковское контрнаступление, быстро освободили большую часть территории, много техники было побросано, и все это случилось ровно из-за того, что не хватало людей на линии фронта, но публично этого никак не декларировалось. То есть просто вот нам внезапно нужна мобилизация, потому что потери у нас почти что никакие. Поэтому я не думаю, что это будет как-то использовано там для второй волны мобилизации. И в целом вряд ли это как-то там сильно отразится на линии фронта. Руслан, давайте уточним еще одну деталь. Может быть, вы еще раз подтвердите или опровергнете. Вот история с рязанским сахаром, она пробрасывается во многих пабликах. То есть вы полностью исключаете, что силовики имели отношение к организации, российские силовики имели отношение к организации этого теракта? У нас есть такая любимая поговорка внутри нашей команды, когда мы занимаемся особенно вот такими очень эмоциональными темами, типа теракта, какого-нибудь взрыва, падения самолета, что-нибудь вот такого, то серьезные обвинения требуют серьезных доказательств. А пока что даже косвенных доказательств на их причастность нет. Ну и потом мне вот во-первых, мне эти эмоции понятны, то есть да, все-таки есть репутация у наших российских спецслужб, недаром она такая, то есть она заслуженная такая репутация у российских спецслужб. Но на данный момент мне такие вот мысли конспирологические очень напоминают, собственно, и поведение самих спецслужб. То есть
случае чего спецслужбы и Путин говорят, что типа это, ну, это точно не ИГИЛ, ИГИЛ не может быть, это Украина, конечно же, и Украина с Америкой, а мы тоже говорим, что типа, ну, это точно не ИГИЛ, это, конечно же, ФСБ. То есть в этом плане у меня создается полное впечатление, что если настоящий террорист ИГИЛ даже на лбу напишет, что типа я ИГИЛ, я иду убивать людей, все говорят, типа, да нет, 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 это не ИГИЛ, это там это ФСБ или это там ГУР. Это, конечно, очень плохо, что мы так смотрим на мир, смотрим эмоциями, и тем самым мы теряем вот важные такие зацепки, которые могут предотвратить в будущем новые теракты. Пока что, подводя итог, мы не видим ни одного свидетельства в пользу версии ГУР Украины, в пользу версии ФСБ. Таких свидетельств на данный момент нету. Руслан, спасибо большое вам за ваши комментарии. Моим собеседником был расследователь из команды Conflict Intelligence Team. В Москве проводятся рейды по общежитиям, где проживают мигранты. У меня на связи Муса Ломаев, чеченский правозащитник. Муса, здравствуйте. Да, добрый день. Можно ли ожидать репрессий в отношении жителей Северного Кавказа и Средней Азии после теракта? Я думаю, что в данном случае репрессии будут касаться жителей Средней Азии. А насколько ИГИЛ сегодня имеет влияние на мусульман в России, в частности, на Северном Кавказе? Я бы не сказал, что ИГИЛ сейчас имеет какое-то влияние, какое-то такое, даже в 50% соотношении, влияние на жителей Северного Кавказа. ИГИЛ очень сильно потерял свои позиции в связи с тем, что в мире... В связи с тем, что Россия развязала войну Украине. То есть все ресурсы российские, ресурсы спецслужб российской, ресурсы спецслужб Российской Федерации, они заняты украинской армией. Скажите, стоит ли ждать какой-то реакции от Рамзана Кадырова, который очень чувствителен к этим вопросам? Ну, Рамзан Кадыров уже объявил, что тех террористов, которые поймали именно подразделение «Ахмат», и он не упустил шанса пропиариться даже на вот таких вещах. Скажите, а вот вы говорили о том, что проблемы начнутся у выходцев из Средней Азии. Вот как вы это видите? Что это будут? Это будет высылка мигрантов, как это и было ранее, самолетом их отправляли на родину? Или это будет попытка отправить их на фронт под, естественно, нажимом и под психологическим давлением? Ну, как мы все знаем, представители Средней Азии, которые проживают на всей территории России, и так не имеют, можно сказать, никаких прав. Они бесправные. И с ними Российская Федерация, политики, чиновники, общественные деятели, кто угодно с ними поступали, как хотели, как могли. Поэтому мало верится, что что-то изменится. Может, какой-то градус ненависти, хейта увеличится в отношении этих людей. Потому что сегодня даже мы, чеченцы, украинцы, мы удивлены тем, что в этом теракте обвиняют жителей Таджикистана. Муса, скажите, а почему именно сейчас ИГИЛ совершил этот теракт, если, конечно, это они? А потому что последние годы Владимир Путин наладил более-менее хорошие отношения с арабским миром. И, казалось бы, оттуда не стоило ждать беды, но она пришла. Но мы все знаем, что западные спецслужбы предупреждали, что что-то может случиться после выборов, после переизбрания Путина на новый срок. И путинская Россия в доказательство совершила этот теракт, который вчера произошел на территории России. Муса, спасибо вам большое за ваши комментарии. Моим собеседником был Муса Ломаев, правозащитник. В ночь на 22 марта российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Попали в Днепр ГЭС, что привело к повреждению двух входящих в ее структуру станции и плотины. Эта атака стала одним из самых масштабных обстрелов по энергетике. Несколько городов остались без света. После атаки на Крокус-Сити-Холл, где погибло, по официальным данным, 143 человека, атака на Крокус произошла почти все крупнейшие теракты в истории Новой России, кроме Беслана. Тогда погибло 330 человек. Украинский след – это главная версия
версия властей. Поговорил с политологом из Киева о том, насколько это правдоподобно. Украинская разведка на это уже отреагировала, что это не более чем вранье для того, чтобы попробовать найти украинский след в этом теракте. Ну и в принципе, если мы посмотрим на само развитие событий, то становится понятным, что Украина действительно притянута за уши. Более того, Украина никогда не устраивала подобных терактов за все более 10 лет войны, и Украина принципиально не ведет войну с гражданским мирным населением. Такова уж природа этой войны, что Россия в ней пользуется всеми плюсами и развязанностью рук игры за плохих парней, а Украина все время повязана по рукам правилами игры, поскольку мы за хороших ребят выступаем в этой войне. На фронте, судя по всему, это будет конвертировано в дополнительную мобилизацию, поскольку сам этот теракт, если мы рассмотрим версию о том, что он инспирирован российскими спецслужбами, а длительная традиция подобных терактов, организованных ФСБ, она присутствует и наталкивает на эту мысль. Более того, на фоне того, что западные спецслужбы предупреждали, что такой теракт может состояться, и то, что он в результате состоялся в стране, которая ведет боевые действия, где действует контрразведывательный режим, в столице, где силовиков на душу населения больше, чем где-либо на планете, вполне вероятно, что может посоревноваться даже с Северной Кореей, то, конечно же, наталкивает на то, что след российских спецслужб наиболее очевиден за этим. То в таком случае это может быть акцией для того, чтобы сейчас объявить кратковременную войну и выиграть ее. Вот такую антитеррористическую, как, собственно, Путин в свое время и сделал с терактом со взрывом многоэтажек, потом мы видели Норд-Ост. И, в общем, Путин сейчас выйдет с ремейком, что террористами не ведут переговоров, террористов мучат в сортире и, соответственно, получат дополнительный мандат на более широкие репрессии, на выстраивание тоталитарной системы. И один из элементов ее, конечно, это большая милитаризация, это усиление роли силовиков и, соответственно, дополнительная мобилизация для того, чтобы обеспечить фронтовые потребности. Но я бы не рассматривал бы этот теракт в разрезе именно процесса мобилизации и как акцию, например, для детонирования процесса мобилизации. Самодостаточно она для этого неэффективна. Скорее, это шире. Это потребность допинга для путинского образа альфа-самца и мужественного правителя, который истрепался в последнее время очень серьезно. Ведь Путин за амфорами не нырял, со стерками не летал, зато запаялся наглухо в бункере, откуда бы не выходил. К нам на ленту поступают новости. Вот одна из последних, вице-премьер Российской Федерации Голикова. Среди взрослых, пострадавших при теракте в Крокусе, 15 находится в крайне тяжелом состоянии. 42 в тяжелом состоянии. Издание Neue Zürcher Zeitung, по мнению экспертов, ИГИЛ сместило акценты своей деятельности, поскольку влияние группировки в арабских странах ослабело. Сообщение о признании ответственности за теракт в Москве, появившееся в субботу вечером, если оно подлинно, исходит в основном от группировки «Вилаят Хорасан». Это крыло действует в основном в Афганистане с 2018 года. И к нам подключается Акрам Абдукахор, журналист «Радио Свобода». Акрам, здравствуйте. Что известно о группировке «Вилаят Хорасан», относящейся к группировке ИГИЛ? Ну, группировка «Хорасан» — это центрально-южноазиатское крыло Даиш, ИГИЛ, это по-русски. И там оно активизировалось после разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке. И по данным ООН в прошлом году в августе они подготовили специальный доклад. Число этого крыла составляет от 4 до 6 тысяч человек. Это вместе с семьями боевиков. Вот. И там преимущественно воюют представители народов Афганистана и отчасти Центральной Азии. Там очень активны вербовщики из Центральной Азии, о чем неоднократно говорили спецслужбы и власти центральноазиатских стран. Вот в последние годы, буквально пару лет, вот это крыло очень активно действует в Афганистане и в Иране, и вот как сообщают западные
спецслужбы уже в России. Буквально недавно тоже ФСБ сообщало, что они обезвредили одну из ячеек этой группировки. Вот сейчас вот этот теракт тоже связывают с группировкой ИГИЛ Хурасан. Скажите, Акрам, а почему именно сейчас произошел этот теракт, учитывая, что Путин последние годы он дружит с Хамас, с мусульманским миром у него хорошие отношения, и вдруг вот мусульманский такой мощный удар по России, по Москве произошел именно вчера? Ну, честно говоря, я об этом не думал. Ну, террористы, они обычно планируют и что-то проводят. Я не знаю, может быть... Вообще ИГИЛ действует вне связки с какими-то событиями, насколько я как бы отслеживаю. Ну, хаотично, наверное, подготовили вот этот план, созрел и провели. Я ничего не могу дополнительно сказать по этому поводу. А каково влияние ИГИЛа в Средней Азии, учитывая, что президенты Узбекистана и Таджикистана жестко преследуют радикальных исламистов? И чем жестче подавляются религиозные свободы, тем больше, как мы видим, становятся последователи, да, вот этих радикальных групп. Может быть, это отчасти связано с этим. Но традиционно вот эти радикальные группы, они опираются на трудовых мигрантов, на активную молодежь. Но в последние годы их активизация среди центральноазиатской молодежи немножко спала. Они, допустим, активно вербовали в период 2011-2014 годов, когда у них была платформа «Реальная территория», которая находилась под их контролем, и ресурсы. В Центральной Азии там безработица, наверное, это как-то взаимосвязано. Но я хотел бы нашим зрителям говорить еще и о личных впечатлениях. Дело в том, что когда я посещаю Таджикистан, то я знаю о том, что молодым людям запрещено носить бороды и обращают внимание власти на одежду. И эти запреты, они действуют, и люди иногда оказываются под подозрением. Акрам, спасибо вам за эту беседу. Я беседовал с Акрамом Каором, корреспондентом «Радио Свободы». Сегодня утром близкие к силовикам телеграм-каналы уже опубликовали видео допроса задержанных, в которых те рассказывали, почему совершили теракт. Напомню, что СМИ и телеграм-каналы близкие к власти и силовикам активно пишут о том, что в теракте есть украинский след. При этом на допросах один из задержанных сказал, что участвовать в теракте за деньги ему предложил помощник проповедника, которого тот слушал в телеграм. Он же сказал, что приехал в Россию лишь 4 марта. Кроме того, как минимум один задержанный, которого Маргарита Симонян называет главарем, не говорит по-русски и на допросе пользуется услугами переводчика. Подробности в нашем сюжете. Следственный комитет и ФСБ отчитались о задержании 11 человек по делу о теракте в Крокус-Сити-Холле. Также задержаны все четверо стрелков из развлекательного центра, а не граждане Таджикистана. Автомобиль «Рено», на котором в ночь на субботу скрылись террористы, был задержан в Брянской области в районе деревни Хацунь. Автомобиль не остановился по требованию полицейских, началась погоня и стрельба, машина перевернулась. Были задержаны два человека. В салоне «Рено» обнаружены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана. Один из подозреваемых, 19-летний уроженец Душанбе Мухаммад Сабир Файзов, при задержании был сильно избит. Позже в больнице ему сделали операцию, а утром его забрали на допрос из реанимации сотрудники спецслужб. В субботу в сети появилось видео допроса другого задержанного, где он говорит, что убивал людей за деньги, которые ему предложил некий мужчина, помощник знакомого проповедника. Что делал в Крокусе? Застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему указание? Людей. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. За сколько денег? Где-то полмиллиона. Полмиллиона чего? Полмиллиона рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту.
На карту переводил? Да. Подозреваемые имеют регистрации в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. Сейчас по их адресам работают правоохранительные органы. Пока неизвестно, какая из организаций ответственна за теракт. 22 марта ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», сообщали СМИ. Пока достоверность этого заявления не подтверждена. Однако о причастности ИГИЛ говорят американские официальные лица. Об этом писали «Нью-Йорк Таймс» и «CBS News». Еще две недели назад США публично предупредили Россию об угрозе терактов со стороны ИГИЛ. «Исламское государство», «Хорасан», подразделение организации в Афганистане, в последние два года было зациклено на России. Его члены считают, что на руках Путина кровь мусульман, имея в виду войны России в Чечне, Сирии и Афганистане, пишет «Нью-Йорк Таймс». Однако тогда Владимир Путин назвал предупреждение американцев шантажом и попыткой запугать российское общество. Сейчас в ФСБ России сообщают, что террористы пытались скрыться в сторону российско-украинской границы и имели контакты на украинской стороне. За терактом стоит не ИГИЛ, а Украина, уже заявила и пропагандистка Маргарита Симоньян. В своем канале она опубликовала полное видео допросов подозреваемых. Значит так, никакой это не ИГИЛ, это хохлы. И то, что еще вчера, еще до задержаний среди лиц и семей исполнителей, западные спецслужбы решили убедить народу населения, что это ИГИЛ, именно это и подожгло шапку на этом варе. Это не ИГИЛ, это слаженная команда из нескольких других, тоже широко известная аббревиатура. Человек, которого она называет главарем группировки, считая, что он связан с Украиной, не владеет русским языком. Через переводчика он сообщил, что является безработным и получал указания о теракте от малознакомого мужчины, некого Абдулы, через Телеграм. Издание «Коммерсант» сообщает, что террористы могут быть членами русского добровольческого корпуса. Ранее представители корпуса заявляли, что проводят военные операции в Белгородской области. Из последних новостей после теракта в Крокус-Сити-Холл Медведев опять требует вернуть смертную казнь. И не он один. Заявление российских чиновников, депутатов и пропагандистов. Вот что сказал замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Террористы понимают только ответ на террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям тотальной казни террористов и репрессии против их семей. Эту же точку зрения придерживает лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Я убежден, что для таких нелюдей, совершающих террористические акты, должна быть введена смертная казнь. После выборов власть перестала делать хорошую мину при плохой игре. Не прошло и недели, как спикер Владимира Путина Дмитрий Песков назвал наконец-то специальную военную операцию войной. Мы находимся в состоянии войны. Вот я настаиваю, да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там компашка образовалась, вот коллективный Запад плюс Украина, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, это для нас стало войной. Я в этом убежден. И поэтому каждый должен просто это понимать для внутренней мобилизации. Россияне могут больше не сомневаться в том, что происходит, идет война. Более того, она идет на территории России как минимум в двух областях. Горят населенные пункты и эвакуируют население. С нами на связи журналист Никита Парменов. Он расскажет о том, что прямо сейчас происходит в Белгороде. Никита, здравствуйте. Здравствуйте, Парменов. О чем думают жители Белгорода и области о войне, о действиях власти и о своем будущем? Это очень сложный вопрос, потому что сколько жителей, столько и мнений. Единственное, что, наверное, можно как-то там, да, охарактеризовать мнение по каким-то группам, люди не чувствуют, да, вот если, опять же, у нас произошел теракт в Крокусе, да, люди не чувствуют себя частью Российской Федерации, что ли. То есть люди понимают, что вот есть Москва, это какая-то другая страна, и там, по большому счету, плевать на их проблемы, на обстрелы, и все, что происходит в регионе. И есть вот там Белгородская, Курская области. Вот это вот у нас какая-то там вот уже наша страна, да, в которой идет война, в которой люди понимают, что происходит у них вообще между собой, да, и понимают всю ситуацию.
Поэтому даже в контексте каких-то вот соболезнований в плане теракта, часто сталкиваешься, я буквально свой Инстаграм сегодня открыл, посмотреть, что мои знакомые из Белгорода в сторис постят. И часто сталкиваешься с тем, что люди пишут, что а как так? Вот когда у нас там погибла женщина при ракетном ударе, которая гуляла с собачками, у нас там СМИ федеральные аватарки в черно-белый не перекрашивали, а тут вот перекрашивают. И тут снова, безусловно, и то трагедия, но люди начинают так относиться из-за какой-то такой ненависти к федеральному центру и полной отрешенности отдел белгородцев. Параллельно с этим в регионе, конечно, существует огромная поддержка региональной власти, то есть губернатора и региональные органы власти народ поддерживает. У губернатора высочайший рейтинг. И в связи с этим, опять же, получается некое расслоение, что у нас есть президент, которому нарисовали там 90% на выборах в Белгородской области. И есть губернатор. То есть и президенту люди не очень доверяют, а губернатору очень доверяют, хотя это по факту звенья одной цепи. Никита, смотрите, вы упомянули губернатора Гладкова. Он говорил об эвакуации нескольких тысяч школьников. Это происходит? Я бы не сказал. Ну, то есть, опять же, это по факту это эвакуация, да, детей вывозят из региона, распределяют тонким слоем по территории Российской Федерации. Но, конечно, речь шла о 9000 детей. Конечно, в Белгороде там и тех муниципалитетах, которые в которых вот проходит вот это вот, да, действие. Там больше детей, гораздо больше детей живет. Я знаю, что люди сами вывозят своих детей, и кто-то с детьми на свой страх и риск остается. То есть это не полноценная такая эвакуация детей из региона или из обстреливаемых территорий там, и так далее. Да? Это все-таки эвакуация по желанию, вот если можно так ее назвать. Никита, спасибо вам за беседу. Моим гостем был Никита Пармёнов, мой коллега-журналист. О том, что думают жители Белгорода и области о войне, о действиях власти и своем будущем в репортаже Ильи Козина. В Москве масленица, в Белгороде война. Уже вторую неделю подряд горожане прячутся в укрытиях от ракет ВСУ и дождя из металла после очередного прилета. Дождь из металла. Сирены звучат все чаще, страха все больше. Страшно, очень страшно, прилетает все время рядом, слышно на весь город, тут уже, в принципе, на протяжении почти двух недель. Семья Геннадия планирует уехать из граничащего с Украиной города. После того, как в декабре 2023-го ВСУ нанесли один из первых мощных ударов по Белгороду, жена перестала выходить из дома. Получается, я вообще собираюсь уезжать. Сначала тут, в деревню тут подальше от границы, потом в Подмосковье, пожить временно. Угу. Жена очень переживает, вообще у нее на грани нервного срыва. В 2022 году вторжение России в Украину из Белгородской области уехало более 30 тысяч человек. По словам местной жительницы Оксаны, город заметно пустеет и сейчас. Вторую неделю город умирает, потому что очень многие уезжают из города. Семьи с детьми, бизнесмены не знают, что делать, потому что никакой поддержки от государства нет. Пришлось уехать и любимому человеку Оксаны. У меня просто есть еще такая личная история, что
человек, которого я люблю, скорее всего, никогда больше не вернется в Россию. Вот, там мы не встретимся. Из Белгорода в другие регионы собираются эвакуировать 9 тысяч детей. В школах начались досрочные каникулы. До этого школьники и студенты вузов были на удаленном обучении. Взрослые, кто может, работают тоже удаленно. Это не относится к Валерию, врачу одной из детских клиник. По словам мужчины, местные быстро привыкли к новой реальности. Был понят график. То бишь стабильно бьют на завтрак, в обед и вечером. То есть первый обстрел там условно в 8-9 часов, второй примерно в 12 час, третий где-то вечером. Вот, в связи с этим выработался условно график дня, что, мол, условно можно, ну, после обстрела куда-то можно идти. Прятался вот здесь, в этом углу, вместе с женщиной. После сирены раздались взрывы, прилетело на дорогу, черный дым. Страшно, страшно, очень страшно. Вот. В машине водитель успел выскочить, посекло его, конечно, чуть-чуть. Очень сыпались осколки, большие осколки, повыбивало окна. По данным властей, за первую неделю обстрелов погибло 16 человек и 98 получили ранения. Кровавая статистика и ежедневные доклады о новых жертвах и разрушениях внушают страх далеко не всем. Наш следующий герой, студент по имени Александр, считает, что в целом в городе и области все спокойно. Но уже через пару минут разговора его настроение меняется. Уже последние дни начинаю задумываться о том, а куда бы все-таки поехать. И что в итоге делать? Размытое будущее, перспектива Белгородской области, потому что на самом деле страшно, опасно. И даже я уже думаю о том, куда на время бы поехать и что делать все-таки в ближайшем будущем. Всех наших собеседников мы спрашивали, как менялись их мысли о войне за последние 2 года. Большинство признает, что это ошибка и трагедия. Для меня вообще украинцы как бы никогда не были там врагами, там нацистами. Я не считал их. Мне было очень больно за жителей Украины. Я поддерживаю специальную военную операцию. Как это возможно? Вот уже 2 недели идут боевые действия на территориях Белгородской и Курской областей с участием РДК, это русский добровольческий корпус, и других добровольческих формирований, состоящих из граждан России. Почему именно сейчас РДК и другие вооруженные добровольческие формирования активизировались после почти годового молчания в приграничной зоне и на территории России? Что означает признание Путиным этого факта? Поговорил об этом с политологом из Киева Михаилом Шейтельманом. Почему Путин наконец признал, что против России воюют россияне из числа добровольцев из РГД и других формирований? Ранее он обвинял в этом исключительно ВСУ и говорил там про каких-то мифических наемников. Да, говорил про наемников, но, видимо, как-то ему донесли уже, что, ну, это уже как-то глупость отрицать то, что настолько очевидно. Тут есть несколько факторов сработавших. Первое – это продолжительность этих мероприятий, то, что уже задействована вся Белгородская область, то, что уже губернатор объявил эвакуацию, то есть это не шутки. Ну, когда губернатор твой объявляет эвакуацию, ты будешь говорить, ничего нету, никто никуда не прорвался, это уже ты будешь выглядеть дураком по сравнению со своим собственным губернатором. И вторая, я думаю, вторая составляющая, ну, сработала, это то, что впервые есть представители российской оппозиции, именно политической, вот не вооруженной, а политической, которые поддержали эти легионы. До этого был всего один российский политик, Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы России, который вот объявлял, что он как бы является политическим крылом этих легионов. А сейчас, в минувшие выходные, прошел форум в Киеве поддержки этих батальонов. Это был форум чисто российский, то есть это были оппозиционные россияне, где они встречались, с одной стороны, представители батальона, а с другой стороны, вот Евгения Чирикова, защитник Химкинского леса, выступала там, Марк Фейгин выступал там, Пономарев выступал там, по видеосвязи Марат Гельман выступал там. Вроде бы Каспаров, я прошу прощения, если я ошибаюсь, но это было в пресс-релизе, я не видел физически, естественно, да, писали в пресс-релизе, что Гарри Каспаров там выступал перед ними. Это уже политическое такая, политически важным становится событием. И когда об этом говорит вся русская оппозиция, то, что Путин будет молчать, ну как-то такое не спрячешь. Почему именно сейчас РДК и вот эти добровольцы активизировались после почти годового молчания в приграничной зоне и на территории России? Ну, это третья, да, такая значительная атака, и она каждый раз по масштабу нарастает, увеличивается. Я думаю, что они не скрывали, что они привязали это к выборам в Российской Федерации. Они это сами в первый же день захода войск, они сказали, что
мы идем на выборы, вот такая у них была шутка, мы идем, мы выдвинулись на выборы там. И все, что они, кстати, показывают, там снимают какие-то ролики на избирательных участках. Вот последний был в школе в одном из сел Белгородской области, школа, избирательный участок. И говорят, а что-то никто не приходит за Путина голосовать, шутили вот эти россияне, которые, значит, захватили эту школу. Поэтому привязка, конечно, к выборам. Ну и, видимо, копили силы. Посмотрите, масштаб совершенно другой, чем они делали в прошлый раз. В прошлый раз зашли, переночевали, вышли. Сейчас уже две недели они находятся на территории России. Они стянули туда огромные силы россиян, действительно, это десятки тысяч. Ну, там была Росгвардия плюс какие-то еще войска. Десятки тысяч россиян занимаются российской, то есть, в смысле, плохих россиян, я имею в виду российской армии, этим заняты. И посмотрите, какой эффект. Путин впервые признал их существование. Насколько историческая параллель с власовцами работает на сознание россиян? Путин на совещании ФСБ попросил поименно выявить этих врагов народа и уничтожить. Да он-то обеспокоен. Значит, тут две разные вещи. Во-первых, я не думаю, что в России сильно много кто знает, кто такие власовцы. Это же все-таки история достаточно давняя, мало ли там кто когда был, кем и так далее. Поэтому убеждать в чем-то россиян, те россияне, которые далеко от Белгородской и Курской области, им, по-моему, нет дела до этой атаки. А те, кто в Белгородской, когда их обстреливают прямо реально, они гибнут каждый день десятки, там, ну, десятки уже погибших за это время, то им тоже все равно, как они называются, это власовцы или еще как-то, им вообще вот не важно. Им важно, что Путин не смог их защитить. Вот это им важно. И Путин это тоже понимает. Ведь что такое, в чем опасность этих легионов по сравнению с украинской армией? Ну, понятно, что украинская армия в 1000 раз мощнее, чем эти легионы. Ну, зашла бы украинская армия на территорию Российской Федерации, например. И у россиян не возникало бы соблазна прийти в украинскую армию и сказать там, о, помогите, теперь вы нас защитите. Ну, раз Путин не защитил. Это не так. Они бы воспринимали, это враги, украинцы, все понятно. А тут ситуация другая. Появляется двоевластие впервые. То есть вот сидит человек в Белгородской области, у которого там всех эвакуировали, школу закрыли, все. Путин его не спас, не защитил. И если добровольческие эти батальоны образуют какое-то подобие администрации районной, например, ну уже своей, альтернативной, под бело-сине-белым флагом, то тогда этот житель придет, скажет, так, а вы меня защитите? Да, скажут они, конечно, вот тебе пенсия, вот тебе зарплата, теперь мы тебе будем платить, вот тебе рубли наши новые, там, не знаю, какие угодно рубли, вот иди в магазин, покупай хлеб. Кстати, твой сын идет к нам в армию теперь, мы его призываем, потому что мы теперь новая власть. Ну, скажешь, нет, ну, конечно, за таких-то можно воевать, а почему нет? Это альтернатива российскому правительству. Это поэтому Путина и пугает. Если посмотреть на эту историю с точки зрения информационной войны, то можно ли говорить, что это уже гражданская война на территории России или это спекуляция на тему политики и дестабилизации региона? Ну, это маленькая пока, очень честно, давайте будем правдивыми, это очень маленькая гражданская война. Это скорее повстанцы. Знаете, вот есть повстанческая война, когда еще гражданская, это когда есть вот одни граждане с одними убеждениями, другие граждане с другими убеждениями. Тогда гражданская война. Сейчас это предыдущая стадия, когда появились некие повстанцы, узкая группа достаточно, они еще не привлекли на свою сторону народные массы. Это с этого начинал Фидель Кастро. 82 человека приплыли на Кубу, повстанцы, да? Они сказали, мы повстанцы, мы будем свергать режим Батисты. И постепенно, потом уже это превратилось, переросло в гражданскую войну, когда на его сторону перешли какие-то люди. Или Роберт Мугабе, например, когда в Зимбабве, ну, тогда еще в Южной Родезии, он боролся против режима Яна Смита. Он сначала был повстанцем, потом прирос населением, народом. И этот народ уже зашел в столицу, сверг Смита, и они сделали Зимбабве из Южной Родезии. То есть, если у повстанцев удается, либо их надо подавить, ну, может быть, Путину это удастся, либо они могут перерасти вот в такое народное движение. Тогда это будет гражданская война. Сейчас нет, конечно. А как ситуация на Белгородчине может оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в России? Ну, пока это все-таки, еще раз, из-за таких не очень больших масштабов и не очень большое влияние на внутреннюю ситуацию. Оно есть, но не такое большое. Но в то же время, смотрите, вот сидят губернаторы других областей и смотрят за тем, как живет сейчас губернатор Белгородской области. И они говорят, подождите, а со мной то же самое будет? Вот завтра они зайдут в Ростовскую область. Будет все то же самое? То есть меня все бросят, я сам буду разбираться с эвакуацией, я скажу эвакуироваться, меня накажут, я скажу не эвакуироваться, меня накажут, назначат ответственным. И так думает десяток губернаторов из таких доступных для добровольческого корпуса областей. Можно ведь еще и в Краснодарский край сходить, и в Воронежскую область есть много таких доступных. В Брянскую какую-нибудь есть перспективки у этого всего. Но вот пока такое влияние, я думаю. Когда, если бы это начнет, как только это начнет перерастать уже во что-то большего масштаба, более народным становиться, тогда задумаются и
элиты не только такие соседние с этими регионами. Есть ли военный смысл в атаках ВСУ на Белгородскую и Курскую области? Там гибнут мирные жители, и это беда, так как Украина ранее всегда говорила, что не воюет с гражданским населением, а только с военными. 20 марта Владимир Путин заявил, что в ответ на обстрелы Белгородской области Россия может начать ударять по гражданским объектам Украины. Но мы понимаем, что он бил по гражданским объектам и ранее. Но вот какой смысл бить по жилым домам? Россия всегда бьет по гражданским объектам, поэтому ничего нового она предложить не может. Что касается ударов по Белгородчине, там есть разные удары, насколько я понимаю. Часть – это выстрелы, которые осуществляет вот этот добровольческий корпус российский. И они заявили, что мы будем бить по городам. Они сказали, мы будем бить по городам, потому что между домов стоят какие-то артиллерийские орудия, еще кто-то, россияне, прячут внутри, как всегда. Ну, это как практика. Хамас так делает, в принципе, да? Прячет внутри детских садов, больниц какие-то военные объекты. Ну, я уверен, что россияне сделали то же самое. Мы, собственно, вот недавно видели кадры знаменитые из Запорожской атомной станции, где видно, что они прямо между энергоблоками поставили танки и бронетранспортеры, чтобы их защищать. Понимаете? Ну, поэтому неудивительно, что они в детских садах и там в яслях будут это все в России ставить. Но это на ответственности добровольческих корпусов, не на ответственности Украины такого рода удары. Украина наносит удары беспилотниками. Ну, это вот когда обстрелы там из пушек, да, условно говоря. Украина из артиллерии не стреляет по Белгороду. Украина, да, стреляет беспилотниками, это правда. Но я думаю, что Украина готова будет на любом суде отчитаться, ну, я буквально в смысле на международном суде, отчитаться по цели каждого из беспилотников, куда он был направлен, там, не знаю, ну, администрация, нефтеперерабатывающие заводы, то есть, а военные объекты, объекты двойного назначения. А то, что дальше некоторые беспилотники сбиты и гибнут люди от обломков, ну, тут уже... Это реальность войны, с этим ничего не поделать. Конвенция Женевская запрещает осознанно наносить удары низкоточным оружием. Вот, например, Россия бьет по городам Украины ракетой Х-22. У нее радиус разлета плюс-минус полкилометра, официальный. Поэтому это военное преступление. Сам выстрел является военным преступлением. Не куда они попали, а сам выстрел. Именно поэтому сегодня в Гааге, в розыске командующий дальней авиацией Российской Федерации за это, что они, вот просто каждый летчик, нажимая кнопку, уже совершает военное преступление. С Украиной я надеюсь, я не могу за это отвечать, но я надеюсь, что Украина продолжает соблюдать Женевскую конвенцию, стреляет только высокоточным оружием по городам. Это законно, стрелять высокоточным оружием по городам. А вот этот весь такой, ну, назовем, хаос, который там создается в виде каких-то массовых действительно обстрелов непонятно из чего, какого-то РСЗО, мне кажется, что это все-таки вот эти батальоны. Но как им воевать? Давайте так, по жизни, да, если говорить не с точки зрения законничества, а что им там делать? Вот они будут, они там партизаны, они будут соблюдать правила ведения войны. Они, кстати, как это не смешно, даже не сильно-то они распространяются, они же не армия, они же партизаны. Ну, на них вообще, они вообще как бы не описаны ни в каких законах, эти люди. Ну вот есть уже первая реакция на предложение отдельных чиновников о возвращении смертной казни. Вот что пишет публицист Владимир Пастухов. «Я как-то даже стесняюсь об этом писать, но многие, кто с радостью проголосует сейчас за смертную казнь, на самом деле подпишут смертный приговор себе. Россия, она такая». Вводят смертную казнь одни, а пользуются для сведения счетов потом другие. Я бы не советовал Путину это подписывать. Не надо открывать ящик Пандоры. Бог его знает, что за дрянь оттуда вылетит. Конец цитаты. Далее Путин. Я напомню, что Путин объявил 24 марта днем траура по жертвам атаки в Крокус-Сити-Холл. В то же время МВД Российской Федерации официально опровергает наличие российского гражданства у террористов, напавших на посетителей Крокус-Сити-Холла. Данные сведения не соответствуют действительности, все они являются иностранными гражданами. Вот все задержанные в Брянской области террористы являются иностранными гражданами. Это уже официальные, как я уже сказал, данные МВД Российской Федерации. И так что вот эти наши последние новости, мы будем внимательно следить за ситуацией. Мы, я и мои коллеги будем продолжать это рассказывать. Программа «Грани времени» с Мумином Шакировым завершается. Если вы находитесь вне территории России, можете ставить лайк.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов. Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.